7 мая – День радио. Это праздник работников всех отраслей связи. Современный информационный бум – в первую очередь результат больших усилий ученых, инженеров и всех тех, кто связан с радиотехникой. Две радиостанции нашей компании занимают свое особое место в огромном мире радио. У них своя аудитория, свои программы и, конечно же, свои ведущие. С днем радио, Талан Радио пишет она. Всем работникам здоровья, счастья, позитива. Ждем хороших вестей и прекрасных песен в эфире каждый день. Спасибо, друзья, за теплые слова. На одной волне со своими радиослушателями Максим Попов вот уже почти 6 лет. Для него эфир – адреналин, а еще возможность прочувствовать поддержку целой команды. Что такое Талан? Таван – это что-то, знаешь, большое, дружное, интересное, креативное и каждый раз новое. Вот сказать, что это что-то такое одинаковое, не могу. Таван Радио – это, во-первых, оно родное, да, переводится, а во-вторых, это интересные люди, хорошее новое общение и всегда что-то такое неожиданное. Вот это целая большая семья. В этом году Таван Радио отметит свой 7-й день рождения. С каждым годом география охвата увеличивается. Голоса любимых ведущих теперь жители Чувашии могут слышать практически во всех уголках республики. Так, к примеру, слушатели Таван Радио под хэштегом «Слушаем Таван» выложили свои видео в соцсетях. Полина, привет! Ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла. Сегодня в сетке вещания новости на чувашском и русском языках. Необходимы атрибуты, микрофон и пульт. И, как оказалось, еще и большое сердце и большие уши. Дмитрий Пуганов работает на радиостанции полгода. Для него научиться управляться со всей этой техникой оказалось проще, чем со своими эмоциями и волнением. Это очень классный коллектив. Я прям каждый день прихожу, действительно, на работу как на праздник. Я очень рад, что сюда попал. И можете мне завидовать. А завидовать есть чему. Работа на радио – это значит не только быть в курсе последних новостей, но и делиться информацией с радиослушателями. Радиожурналист прежде всего должен быть очень активным, очень загорающимся, мне кажется. Если человек не любит свою работу, если ему это не интересно, то есть он должен интересоваться всем и сразу. Он должен в любой момент срываться с места, ехать на какое-то мероприятие, быть всегда в курсе событий. И снова в эфире уже ставшие родными голоса любимых ведущих. Вот люди, чьи голоса дарят нам бодрое настроение с утра и согревают теплым словом вечерами. Таван Радио сегодня – это яркий, интересный эфир. Это творческая, креативная команда. Мы всех поздравляем с Днем Радио. Всем желаем только хорошего, доброго настроения. Всем, кто создает современное радио, мы передаем свой привет. Всех с праздником! С Днем Радио! Наталья Мальчикова, Маргарита Мельникова, Валерий Резюков. Республика.